целый день водит нас за нос! Принесу я ему вишневый напиток. И что? Он потребует вертолет или собственный остров. Я сталкиваюсь с такими козлами всю свою жизнь. Вчера в лесу он мог сбежать, но не сбежал. Остался с нами. Как думаете, почему? Потому что он боится. У нас был тяжелый день. У нас стреляли, мы едва не взорвались. Шли бог знает как долго по 40-градусной жаре. Угнали машину. Нас преследует здоровенный психопат. И все это, чтобы привести его к тебе. Потому что поблизости ты один говоришь на русском. Во что мне просто не верится, но неважно. К большому сожалению, мы уже здесь. А значит, будь так добр, убери эту штуку. Прекращай вести себя как кретин. И узнай, почему мои магниты падают с чертова холодильника. Я все хотел тебе кое-что сказать. Просто расставание с тобой мне тяжело далось. Мне нравится, что вы с Макс подружились. Просто я ревновал сперва и... злился, и поэтому наговорил всяких глупостей. Я хотел, чтобы ты была только моей. А теперь я понимаю, как это нечестно, эгоистично, и мне жаль. Давай вспомним последнее приключение Пони. Демон-кентаврик Тирек превращает Эпплджек в дракона в полночном замке. А Меган и другие пони используют магию мудрого гнома против радуги тьмы, спасая всех от пожизненного рабства. Весь розовый цвет мира не скроет тот факт, что кентаврики, замки, драконы и магия – стандартный набор задротов. Выходит, мой маленький пони задротский, а ты, Эрика, задрот. А откуда ты столько знаешь про мой маленький пони? Потому что я задрот. Не просто так здесь предупреждающий знак 18 и старше. Эта прелесть наполнена 150 гранами черного порошка, известным как порох. Соедини две вместе, и выйдет мощнее петарды. Опять равняются динамитному патрону. Знаете чувство, когда летишь вниз на американских горках? Кажется, будто все внутри тела просто тонет, все разом. Но это куда хуже. Твое тело мерзнет, и ты не можешь дышать. Я это уже чувствовал. Самый важный для меня человек в целом мире. А что, если он прав? Что? Хоп. Нет-нет-нет. Он просто злобный старик, которого бесит радость. Но если я вижу только тебя, и я существо другого вида, значит, я должна чаще бывать с людьми своего вида. О чем ты говоришь? Ты перестанешь ему звонить, будешь игнорировать его звонки. Теперь для тебя его не существует. Не существует? Он вытер об тебя ноги. И ты поступишь так же. Отплати ему той же монетой. И если он все не исправит, если не объяснится, бросай его. Доказательства. Доказательства? Да, они сказали, им нужны доказательства. Так давай им покажем. Резиновую крысу? Нет, настоящую. Покажем им крысу Дорис. Ты сказала, она была больная. Можно отвезти ее в лабораторию. Там проведут анализы, узнают, что с ней не так, и тогда стоп, мы сможем... Стоп, Нэнси, постой, слышишь? Просто невероятно, как ты продолжаешь убеждать саму себя. Что это еще означает? Я просил тебя снова и снова бросить эту затею. Говорил, идея плохая. Но ты отказалась, и теперь я пропал. Я живу не в двухэтажном доме на Мейпл-стрит. И папа мой не богат. Да его вообще нет рядом. Господи, опять Оливера Твиста включил. Кредит за дом. Оплата учебы. Это реальные вещи, Нэнси. Неделя длинная. Серебряный кот ест, когда синий встретится с желтым на западе. Поездка в Китай звучит неплохо, если ступать осторожно. Ступать осторожно. Но это не... это совсем не важно. Главное, что эта девушка-то... что мне нравится. Я даже не общался с ней в школе. А теперь не пойму, почему. Может, Томми надо мной смеялся бы, или я... не стал бы... королем выпускного. Это тупо. Дастин же прав, все это такая ерунда. Эй, жиртрест! Бегать запрещено! Еще одно замечание тебя выгонит! Хочешь, чтобы запретили сюда ходить? Я так и думал. О, а знаешь что? Что? Возможно, это был разнорабочий. Рабочий? Да-да-да. Имени я не помню, господи. Герри или Джон или еще как-то там. У Кэндис все записано. Возникли проблемы с канализацией. Туалет засорился, да и раковина себе на уме. Я тобой горжусь. Гордишься тем, что меня уволили?
тем, что ты смогла постоять за себя. Что дала отпор этим дерьмоедам. Мама? Да, да, дерьмоедам. И если ты веришь в эту историю, посмотри на меня, Нэнс. Закончи ее. А потом продай ее в «Звезду Индианаполиса» или другую газету. И только представь их лица, когда они прочтут статью об их городе в таком крупном издании.